по 25 тысяч рублей за то, что надо, говорит, сделать первое, говорит, то, что ты, говорит, должен с Казанского вокзала ехать в город Коломну. Вот. Там на улице Девичье поле ты должен выбрать многолюдное кафе. Вот. Все, как говорится, я приехал туда, вот, он мне начал в дороге инструктаж давать. Я ему пишу, я приехал в Коломну, в Московскую область. Он сказал, садись в такси, вот, я вызвал Яндекс.Такси, вот, и потом, как говорится, приехал в Девичье поле. Зашел я в это кафе, вот, он мне пишет, что осмотрись, как бы, обстановку, сколько народу там все гуляет, все. Я посмотрел, ну, там человек, наверное, около сотни было, вот, гостей, танцпол, все, вот. Потом я заказал себе все, вот, посидел какое-то время, потом вышел. И он мне сказал, теперь можешь звонить в экстренные службы 112. Вот. Что якобы кафе «Метелица» заминировано. Вот. Я позвонил ему в 112, оператор ответил, я ему ответил, что кафе «Бар Метелица» заминировано. Вот.